В Нижневартовске вновь зафиксирован случай заболевания корью. И опять в школе на этот раз вирус выявили у семиклассника. По информации специалистов, ребенок от кори привит не был. Диагноз предварительный. Для уточнения анализа пробу отправили в референс-центр в Новосибирск. В образовательном учреждении объявлен карантин, организован утренний фильтр и медицинское наблюдение за сотрудниками, которые контактировали с заболевшим. Непривитые дети переведены на обучение с применением дистанционных технологий. Им также предложено вакцинироваться, после чего они вернутся в школу. Отметим, о заболеваемости корью в стране вчера говорили на прямой линии с президентом. По некоторым данным, количество зарегистрированных случаев выросло в 2-3 раза по сравнению с прошлыми годами. Кроме того, в регионах отмечена нехватка вакцины от кори. Владимир Путин назвал это техническим сбоем, который в ближайшее время обещают исправить. По данным Минздрава, поставка очередной партии 344 тысячи доз комбинированной вакцины от кори, краснухи и паротита в российские медучреждения запланирована на 22 декабря.